такая золотая. Юля Жирова – выпускница 11 класса. Учебный год для нее выдался непростым из-за подготовки к экзаменам, но это ей даже нравилось. Школу окончила золотой медалью и ЕГЭ по литературе сдала на высший балл. Готовилась долго и упорно, но мне это доставляло даже какое-то удовольствие, потому что я люблю писать сочинения и люблю читать произведения. Таких, как Юля Жирова, в этом году много. Выпуск первой одинцовской школы особенный, отмечает директор и классный руководитель 11 Б-класса Светлана Куприянова. Побит рекорд предыдущих лет. Золотых медалистов 15, а серебряников 7. Ну, этот выпуск, как сказал наш директор, он самый звездный, самый умный, самый красивый, самый-самый, в общем. И, конечно, у меня было большинство парней, всего несколько девчонок, но, тем не менее, я их очень-очень люблю. Прощаться со школой грустно, но это расставание ненадолго. Ведь Юлия мечтает стать учителем русского языка и литературы. И, возможно, через время вернется в родную школу, но уже в новом амплуа. А пока Юлию и других отличников Одинцовского округа ждет красная дорожка медалистов, которая состоится 5 июля. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».